примерно в 70 километрах от города Бор есть места заповедные, дикие, сказочные. Там на неведомых воздействию человека дорожках можно встретить не только следы ведомых и неведомых зверей, но и увидеться с живыми обитателями леса, оленями, лисицами, белками и даже с самой настоящей бабой-ягой. Ну вот, изба моя. Это биосферный Керженский заповедник, особо охраняемая природная территория федерального значения, настоящий экологический рай, волшебное место, где можно забыть о городской суете, вспомнить о том, когда деревья были большими, и всласть подышать кристально чистым воздухом. Тропы очень хорошо оформлены, они, если это самостоятельное посещение, то мы обязательно выдаем путеводители по тропам, чтобы люди могли понять еще больше, чем они знают сейчас, да. А в основном, конечно, у нас любят проходить тропы с экскурсоводом, и у нас высочайший просто уровень у экскурсоводов, они биологи по образованию, плюс большой опыт работы, поэтому люди выходят, у них просто открываются глаза. На территории заповедника для туристов проложено 3 экологических тропы: пойма Керженца, Вишовское болото, тропа «Заповедный лес». Четвертая под названием «Земля оленей» находится рядом с экоцентром в поселке Рустай. «Земля оленей» – новая точка притяжения для взрослых и юных туристов, а также для маломобильных путешественников. Тропа эта предназначена в первую очередь для маломобильных посетителей. Это инвалиды-колясочники, это семьи с маленькими детьми, это пожилые люди, то есть люди, которым тяжело ходить в лес. А вот для них предназначена эта тропа, она широкая, с перилами, пологая. То, что хорошо для людей с ограниченными возможностями, то доступно и приятно для посещения всеми категориями. Мы постарались сделать доступную среду. Избушка Бабы-Яги по совместительству еще и музей, посвященный природоохранным традициям Нижегородского Поволжья. А еще портретная галерея родственников Бабы-Яги, нечисти лесной, болотной и домовой. Вот так примерно выглядит низший лесной дух хмырь, а так анчутка, который наказывает людей за жадность к лесным дарам. Живой символ Нижегородского края олень в Керженском заповеднике чувствует себя вольготно. За оленями здесь внимательно наблюдают, изучают и холят, лелеют. Благодаря проекту восстановления лесного северного оленя в заповеднике Керженский лесных красавцев становится все больше. Олени обитают в самом сердце Керженского заповедника, куда туристам вход запрещен, но полюбоваться животными можно в демонстрационном вольере около экоцентра.